сегодня мы смотрим все 6 учреждений. Всего у нас 1330. Одной комиссии, да, мы сегодня объезжаем. 3 школы, 3 детских сада. Состояние медицинского оборудования, готовность пищеблоков и оснащение учебных кабинетов проверила межведомственная комиссия в Жаворонковской школе. Под пристальным вниманием обеспечение безопасности детей. Работоспособность кнопки тревожной сигнализации, журнал поведения, видеозапись, сколько записывается и по антитеррору. Получается, плакаты, ну, то есть, все наблюдение, все, регистрация, точно. Рамки. Рамки, списки экстренных вызовов. Тревожная кнопка. Калитки. С 22 июля в Одинцовском округе идет приемка школ и детских садов. Жаворонковский образовательный комплекс примет в сентябре более 1800 ребят. Вопрос нехватки кадров здесь также решат до начала учебного года. Нужны и воспитатели, и младшие воспитатели, которые сейчас проблемно найти при открытии новых детских садов. Вот здесь как раз эти вопросы сегодня и рассматриваются, инспектируются, чтобы к 1 сентября все здесь было в порядке. Все 6 образовательных учреждений прошли проверку без замечаний. Сразу после инспекции школ и детских садов личный прием. Воспользовался возможностью задать вопрос напрямую главе округа Хамракул Разыев. Житель деревни Митькино уточнил сроки сдачи детской площадки. 1 августа будет поставка МАФов, и я думаю, до конца августа площадка будет. То есть до конца августа мы сделаем площадку, и вот, я так понимаю, те элементы, которые там будут установлены. Да, мы согласовываемся с жителями на округе. Да. Мы в прошлом году этим занимались, когда только первое обращение пошли. Не только детскую площадку, но и шлагбаум на въезде в деревню просят установить жителя, чтобы пресечь попытки несанкционированного сброса мусора. Глава округа взял на контроль этот вопрос, а также дал поручение профильному заместителю совместно с правоохранительными органами проработать вопрос обеспечения безопасности в населенном пункте. Карина Еряшева, телекомпания «Одинцова».